вот гиперфонда от проекта «Голос», о котором, соответственно, я привела задачки, так расскажет Дима сразу. Итак, мы все замерли в ожидании и во внимании. У нас есть список тех, у кого есть идеи. Ребят, если кто-то из вас не сказал, что он хочет выступить с идеей, я сегодня сейчас опичить ее, то вот Ольга стоит, соответственно, подойдите к Ольге и обозначьте свою идею сейчас. Мы будем двигаться с вами честно по тому списку, который у нас составлен. Правила бича. Пожалуйста, просьба тем, кто будет пичить, слушайте меня сейчас очень внимательно. Вам на презентацию идей дается ровно 3 минуты. Надо быть лаконичными. Что вы должны сказать? Вы обязательно должны сказать, что вы собираетесь сделать или что требуете сделать, если вы ставите задачу. Соответственно, вы должны обозначить, на какой технологии это надо сделать, и вы предполагаете это сделать. Это очень важно. Далее вы должны обозначить, кто у вас уже есть в команде. Ну, то есть, кто, вот, кроме там, вас, или вы один, представляет команду, и кто вы по профилю, там, разработчик или экономист, или кто-то. И вы должны обязательно указать, кто вам требуется в команду. Ребята, это очень важно, потому что если у вас команда, ну, не сможет быть образована, она не сможет функционировать, и, соответственно, вы просто не сделаете то, что вы собирались сделать за эти 48 часов. Внимание! Очень важно, когда вы представляете, что, если у вас проект какой-то большой, сказать, ну, описать этот проект и сказать, что конкретно вы сделаете за 48 часов. Ну, потому что если там у вас какой-то там проект, я не знаю, по созданию блокчейн-системы, которая позволит свободным межгалактическим полетом осуществляться, надеюсь, у вас ни у кого такого нет, да, то мы понимаем, что за 48 часов, как бы, ну, навряд ли вы разработаете соответствующий блокчейн. Поэтому вы должны обозначить, что вы хотите из этих межгалактических блокчейн-систем сделать за 48 часов. Всем понятно, что, соответственно, на какой технологии, кто вы и кто вам требуется для реализации этого чего-то за 48 часов. 3 минуты мы будем, презентация без делается, просто ваше выступление, будьте лаконичными, от вас не требовалось никакого там, да.